первых минут начала уличных акций они управлялись лидерами и активистами четырех оппозиционных партий – Филатом, Урикяном, Кертако, Гимпу, Лучинским. Среди организаторов акции 6 февраля были зафиксированы представители криминальных структур. Очень много. В присутствии под аплодисменты всех указанных персон уже 6 февраля на центральной площади во время как бы их, как они говорят, импровизированных митингов уже количество знамен Румынии было в несколько раз больше, чем количество знамен официальных нашей страны Республики Молдова. На площадь путем открытой и директивной мобилизации со стороны лидера активистов ЛДПМ, ЛП, АМН были собраны школьники и студенты. Силовым образом закрывались школы, то есть лицеи, из студенческих аудиторий и колледжи выгонялись, вузов и колледжи выгонялись насильно, это молодежь, с угрозами о том, что они не сдадут ни зачеты весенние, ни экзамены, все выгонялись на площадь. Таким образом, используя свое политическое влияние в большинстве учебных заведений, лидеры названных мною партий втянули молодежь и значительное число несовершеннолетних подростков в очень серьезную, но очень опасную авантюру. В случае нападения на здание администрации президента и здание парламента инициатива принадлежала хорошо подготовленным бойцам. Для тех, которым мы не знакомы, я в 1989 году был последним министром внутренних дел Советской Молдовы. И тогда, в 1989 году, 10 ноября, был штурм на здание МВД. Подожгли нам здание с четырех сторон, и бесчинствующая толпа численностью более 20 тысяч человек, значит, хотела брать штурмом это здание. И точно такая же схема организации управления штурмом была мною замечена отсюда, с этого балкона, в этот день, 7 апреля, вот здесь перед зданием парламента и перед зданием президента. Конечно, нанесен большой ущерб в леях нашей национальной валюте, более 300 миллионов леев. Предварительные, я думаю, что всегда предварительные намного меньше, чем окончательные, как обычно. Но я глубоко уверен, что эта цена восстановления и эта цена, то, что они нам разрушены, ни в коем случае не сопоставима хотя бы с одной жертвой, хотя бы с одной человеческой жизнью. Происходящее событие не имеет никакого отношения к выборам, происшествиям в стране 5 апреля. Фактически в Молдове 6-7 апреля была попытка осуществления государственного переворота. Переворотом направлено как против существующей власти, так и против демократических институтов Республики Молдова, против европейских ценностей и стандартов, за которых Молдова борется уже несколько лет. Данная попытка была тщательно подготовлена. Ее организация на разных уровнях ответственности и с разной степенью скоординированности участвовали как лидеры указанных мною политических партий, равно так и представители иных структур, включая, конечно, криминальные. Сегодня лидеры оппозиции пытаются переложить ответственность с их больных голов на одну здоровую, утверждая, что все эти акты вандализма устроили мы сами, власть. Какая-то очень интересная, странная, так сказать, у них логика. Мы выиграли выборы, причем с таким преимуществом, которое они все вместе взятые, не подходит даже близко к нам. Сегодня для нас чрезвычайно важным является проведение компетентного расследования
о формах и методах участия граждан Румынии в подготовке событий 7 февраля. То, что известно нам сегодня, уже создает значительную доказательную базу в этом отношении. Она включает в себя следующие направления. Политическое консультирование всех трех указанных партий на протяжении всего выборного периода посольством Румынии на всех этапах предвыборной кампании в круглосуточном режиме, в режиме нон-стоп. Организация больших групп студенческой молодежи и частично их переброска в Республику Молдова для участия в уличных акциях. Процедуры, которые они начали еще с 25 марта. Участие граждан Румынии и специалистов соответствующих направлений в боевой фазе действий 7 апреля. Со специальной подготовкой эти так называемые специалисты из Румынии. Вы понимаете, какой подготовки. Всеми румынскими средствами массовой информации, уличных акций. Интерпретация их в качестве справедливых, и самое главное, все время звучало слово «революционных». Все каналы румынского телевидения, у нас их, по-моему, то ли 8, то ли 10 ретранслируется, все говорили об этой революции постоянно на протяжении всех этих дней. Другого слова, другим словом, этот вандализм, что здесь происходил, не находили для обозначения, а только революция. Республика Молдова выражает признательность Европейскому Союзу, Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки, странам СНГ за твердую позицию в оценке последних политических событий в нашей стране. Я уверен, что путь европейской интеграции, который безоговорочно принят моей страной, и принят всем гражданским обществом нашей страны, позволяет Молдове рассчитывать не только на солидарность стран ЕС по отношению к одному из своих членов, что является для них обязательным условием, но и на солидарность с ценностями и принципами демократии в тех странах, которые еще не входят в ЕС. Ведь в конце концов, не молдавские студенты приехали в Бухарест. В конце концов, на стенах румынского парламента не молдаване написали «Да здравствует Молдова», а наоборот. Сегодня я, как председатель партии коммунистов Республики Молдова, обратился в Конституционный суд с просьбой о полном пересчете голосов выборов 5 апреля. Считаю, что только таким образом молдавская демократия выйдет из существующего политического тупика. Только таким образом можно будет создать условия для нормальной работы вновь избранного парламента.